Добрый день, уважаемые зрители канала магазина спутникового оборудования Satmarket.com.ua. В этом видео мы расскажем о новой модели цифрового эфирного Т2 ресивера марки ProVest 2017. ProVest 2017 – самый свежий приемник ДВБ Т2 начала 2017 года. Цифровой эфирный Т2 ресивер ProVest 2017 принимает теле- и радиопрограммы в стандартном качестве – и способен выводить на телевизор картинку высокой четкости HD. Ресивер ProVest 2017 представляет собой симбиоз отличного Т2 ресивера с мультимедийным центром с поддержкой воспроизведения разных форматов медиа, в том числе AVI, MP3 и JPEG. Внешне ProVest 2017 очень похож на суперпопулярную модель эфирного Т2 приемника Eurosky ES11, но с отличием, что в ресивере ProVest 2017 отсутствует цифровой дисплей на передней панели приемника. Еще одним пунктом за то, чтобы купить ProVest 2017, можно назвать возможность записи интересующих телепрограмм с таймером или в текущий момент и отложенный просмотр программ PVR и TimeShift, которые можно осуществить, подключив к USB-порту флешку или внешний жесткий диск достаточной емкости. Поддерживаются внешние носители до 1 терабайта. При участии USB происходит и обновление программного обеспечения ресивера. Присутствует функция родительского контроля. Также стоит отметить, что ресивер ProVest 2017 лишен поддержки кодека AC3 Dolby Digital. Вероятнее всего, она ему и не нужна, потому как в эфирном вещании передается только стереозвук. Поставляется ресивер ProVest 2017 в фирменной коробке. Выполнена модель в небольшом пластиковом корпусе привлекательного дизайна. На верхней, нижней и боковых частях находятся вентиляционные отверстия для охлаждения ресивера. На передней панели ресивера ProVest 2017 находятся кнопки управления ресивером, цифровой индикатор и USB-выход. На задней панели ресивера ProVest 2017 находится антенный вход, антенный выход, цифровой аудио-видеовыход HDMI, аналоговый аудио-видеовыход 3 RCA, выход для подключения внешнего блока питания напряжением 5 вольт постоянного тока. В комплект поставки входит блок питания 5 вольт 1,5 ампера, маленький удобный эргономичный пульт, который очень удобно лежит в руке, аналоговый кабель 3 RCA на 3 RCA, батарейки к пульту дистанционного управления и инструкция. Стоит отметить, что цифровым аудио-видеокабелем HDMI ресивер ProVest 2017 не комплектуется. Его можно приобрести отдельно в нашем магазине.